комплексе «Солнечная система» отметили широкую масленицу. Гостей праздника угощали сладостями и, конечно, блинами. Порадовать соседей главным масленичным угощением мог каждый. Во дворе организовали настоящую ярмарку. Классно, отлично. Вкусно, сытно, блины отличные, все здорово. Нравится тебе? Кроме угощений для гостей масленицы в жилом комплексе «Солнечная система» подготовили и развлекательную программу. Викторины, танцы и песни. С детьми играли скоморохи и аниматоры. Ближе к вечеру, когда стало темнеть, гостей праздника удивляли фаер-шоу и выступлением настоящего огнедышащего быка. Классно, когда у жителей района есть такая возможность насладиться настоящей масленицей, никуда не выезжая. С детьми супер удобно. У нас вообще очень инициативный ЖК, все что-то думают, какие-то всегда активности классные. Все очень нравится. Ну, сейчас, конечно, ждем самого интересного. А что самое интересное? Сжигание чучела. Из соображений безопасности символ зимы сожгли за пределами жилого двора. Колонна участников масленичных гуляний отправилась к железной дороге. Там установили фейерверки и попрощались с зимой. Нина Бережная, Николай Забродин, новости Химки ТВ.